Так, мы сегодня будем с вами делать выкрасочку шикарнейших цветов гель-лаков Мистик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов. Шесть красивых цветов. Семь красивых цветов. Ну и, конечно же, поделаем дизайны. Поделаем дизайны гель-лаком. Гель-лаком. Страшно. Поделаем дизайны. Ну что, приступим, девочки. Так, просили показать, просили рассказать. Давайте покажу и расскажу. 132 номер. Вот такой пастель называется он. Давайте же... Так, мой кухонный стол. Вот был бы это... Вот было бы это камень, Наташ. Стал бы он так гнуться вот так вот? Нет. Наталья Павловна у нас мне сказала, что это самое, что чушь мой фотофон. Но нет, я уверена, что не чушь. 139 номер пастель. Давайте его выкрасим. Посмотрим, очень нежный цвет. Прям очень нежный, невесомый. Мне кажется, его можно использовать прям для... Ой. Заметьте, это не база, это цвет прям. Его, мне кажется, для френча. Вот, ну, очень нежный. Заметили? Не полосит. Белое не проступает. Сейчас поближе. Кстати, вот интересно, как будет второй слой его. Ну, кстати, если так для френча, в один слой, мне кажется, очень красиво смотрится. Так. 132 это номер. Ну, то есть можно чуть-чуть потише. Так. У нас такая веселая музычка играет на заднем плане. Очень веселая, прям, ну очень веселая, да? Так, продолжим. Знакомить вас с красивыми цветами. 132-й. Это был номер у нас посты. Так, что у нас еще есть? У нас есть 133-й номер. Girl. Girl. Girl? Girl. Что, girl? Girl, наверное. Girl? Девушка. Ты думаешь? Girl, разве так пишется? Так пишется girl, да? Я много что не знаю. 133 номер. Давайте посмотрим. Так. Вот цвет мне очень понравился, девчонки. Он такой, как малиночка даже. Посмотрите. О, класс, да? А, девочка, все-таки, значит, girl. Значит, все правильно. Значит, вот реально просто мне надо учебником грамматического английского, там, словарем английского языка просто побить немножко. Смотрите, какой цвет красивый. Я прям, честно говоря, в восторге от него. Ну, я даже знаю, у меня сейчас... Кто ушел сегодня с маникюра? Я им его не показывала. А сейчас они зашли в эфир, я вижу. И получу я пиндюлей за этот цвет. Потому что очень красивый цвет. Действительно, очень красивый. Так. 131-я. Сатин. Огонь, да. Огонь цвет вообще. Кстати говоря, он такой осенненький. Вот, мне кажется, 133-й герл. Так. Сатин. Смотрим. Он, знаете, такого... Чуть-чуть сероватого. Ой, прям приятный очень цвет. Так, давайте я возьму поменьше. Мы же так много не наносим на ноготь, да? Давайте поменьше возьму, чтобы посмотреть. Но он не однослойный, девочки. Это двухслойно. Хорошо эти цвета. Прелестно вообще. Интересный такой он. Знаете, кстати говоря, похож на айвори тоже. Очень. Цвет. А вы, кстати говоря, думайте, что мы хотим за дизайн, а? Что мы хотим за дизайн? Так. Меня так уже, честно говоря... Давайте 130 номер. Это фисташка. 130 номер. Меня так бесит цвет моих ногтей. Вы себе представить не можете. Я вот просто их видеть не могу.
Ну, во-первых, мне не нравится маникюр, во-вторых, мне не нравятся мои ногти. В общем, завтра я пойду их переделывать. Мне прям вот вообще не могу. Видимо, я вот с бежем, знаете, ходила, девочки, вот сколько, полгода точно. И, видимо, вот не надо было экспериментировать. Кстати говоря, вот эта фисташка очень даже интересно смотрится. Смотрите. Она такая немножечко, можно сказать, хорошенькая фисташка, да? Она тоже такая приятная. Оливковая, да. Оливковая фисташка. Слушайте, мы каждому цвету придумываем свой, я смотрю, новое название. Написано фисташка, вот оливка. Написано, сейчас, сатин, я айвори. Так, боди сейчас. Что же мы на боди придумаем, девочки? Что-то мы придумаем обязательно на боди. Вчера получила с Озона посылку. Вот, 100 номер. Боди. Но боди тоже похож на айвори. Вот хоть убейте. Нет, боди похож на сатин. Вот. И долго очень хотела, заказала аромадисфузер такой, ну, с запахом. В общем, чуть не подохла я со своей аллергией с этим дисфузером. Ужасный запах. Я его заткнуть не могла, не знала как. Вот, ну, сегодня мы с моей клиенткой справились с ним. Смотрите, ну, вообще, классный цвет. Не смотрите только на мои ногти, смотрите на красивый цвет. Не смотрите, мне прям стыдно, честно вам скажу, очень стыдно. Прям очень-очень-очень. Так, это я все сушить отправляю, это мы, значит, с вами сейчас будем делать дизайны. Ну что же, а что, кстати говоря, давайте вот вы мне скажете, мы делаем из темных цветов, вот у меня есть три, например, темных цвета, или мы делаем из светлых цветов? У меня есть цвет. У меня есть светлые цвета. Вот. Давайте вы выберете. Так, кровь. Здравствуйте. Кровь. Кровавый. Блуди. 137. 137. Он вот вообще. Вот кровавым его не хочу называть. Хочу его назвать. Спелые вишни. Вот, видите, мы каждому цвету придумываем свой новый. Здравствуйте. Тема эфира. Выкраска гей-лаков. Мистик новых цветов из моей палитры. Я просто, понимаете, похвалиться хочу. У меня просто домашние все уже. Домашние. Все уже насмотрелись. И я такая, а надо похвастаться на всем. Ну и, конечно же, будем делать сейчас выкладку страз. 137 номер. Блудим. Как я сказала, это спелая вишня. Мы всем сегодня придумываем новые названия. Но он очень классный. Он прям вот, ну, очень классный. И еще вот, кстати, вот из этой посылки вот у меня прям вот любимые. И Бордолина. Его я уже делала клиентке, потому что она увидела в распаковке посылки, что у меня есть этот цвет. Зацепила его и говорит, все. Я говорю, ну как же, я еще не делала выкраску. Он говорит, не, меня вообще не волнует. 76 номер. Давайте покажу вам. Блади кровавый. А это Бордолина. Бордолина. Здравствуйте. Девчонки, ну что, темный или светлый? Я сейчас что-то смотрю тут. За темный, за светлый. Какая тема эфира? И светлый. Два светлых, один темный. О, вот это Бордолина. Так Бордолина, кстати. Ну так, глянь. Тебе понравится. Ты его видела? О, девчонки. Смотри, какой клевый. Смотри, его так раз и он растекается. Ай, какая лака. О, но мне, по-моему, блудный больше понравился. Тебе больше блудный понравился? По-моему, да. И пусть это самое у людей, которые знают английский, пойдет кровь из ушей. С другой партии.
Кровь из ушей, и мы назовем его блудным, да, вместо... Светлый, 76-й, очень красивый. Ну что, за светлые что-то больше, девочки? Ну, давайте светлые. Вот-вот-вот, я говорю сейчас, у кого это самое... Кто знает английский язык, того кровь из ушей польется. Ну, ничего страшного. Блуди он, да? Ну, не блудный, но блуди. Ну, вообще, хороший цвет. Так, давайте. Быстренький экспрессик такой. Я выкладываю сюда, и вы мне говорите. Я выкладываю сюда сейчас светлые и темные. И вы мне говорите, на чем мы делаем? На светлых или на темных? У нас прям, смотрите, на красных или на пастельках? Вот у нас сейчас. Блади. Блади. Наташа, он Блади называется. Спасибо большое, спать бы не смогла бы. Нет, честно говоря, я бы, честно, вот, положа руку на сердце, наверное, бы полезла бы в блокнот бы и посмотрела. Ну, не в блокнот, а в этот. В угол. Блад, блуд. Блуд же написано, блад. Блад, кровь. Так. Нет, смотри, пишут две О и говорят, что мне читать как блад. Почему? Ладно, мы потом поговорим на эту тему. Итак. Смотрите, с правой стороны от меня, например, пастелечки, с левой. Я забордовину больше за светлые. Так, вы за светлые. Хорошо, голосуете. Кто за что голосует, девочки? Бордолино, это город в Италии, вот. Вот из-за этого мы это самое, да. Знаете, мне кажется, для англичан он очень логичный. Для Ксюши он нелогичный. На одном темном, на одном светлом. Блади. О, Наташа уже полезла. Все, думала, переспорить, да? Привет, привет, привет. Ну что? Потому что правильно читается так. И к черту логику. Так, давайте. Меньше слов, больше дела. Я хочу сначала взять. Сначала я возьму. И то, и то, и то, и то у нас времени просто не хватит. Так, сначала я возьму... этот цвет у нас называется пастель. Вот он. Привет, привет всем. Этот цвет у нас называется пастель. Очень нежный, который... 132 номер. 132 номер, смотрите, какая красота. Не, ну он очень нежный, девочки. А с ним? С ним. Что я сделаю? Берем. Я вот, честное слово, не готовилась. Поэтому... Наташа, дай скотч, пожалуйста. Берем скотч. Я знаю, что должен быть. Берем скотч. Берем аэропуфинг. Вот так мы экспресс вам сделаем, да, с вами? По это самое. Почистим. Раз. Возьмем красочку беленькую, любую. Вот у меня есть белый рафинад. Эти. И уже, можно сказать, и нету, знаете, с таким. Эти чуть-чуть. Теперь перед стемпингом, что мы... Ой, перед стемпингом. Перед... Пуфингом, что мы делаем обычно? Мы берем, снимаем липкий слой с цвета. Вот у нас сейчас тут пастель номер 132. Снимаем. Вот так вот. Липкий слой сняли. Заодно я хочу так же сделать такой же техники, ну, разные дизайны. Три разных типси. У нас будет такой, знаете, сегодня красивый очень. Очень люблю. У меня все клиентки все лето ходили. Вот, Наташа, покажи свои ногти. Ну, будь то... Вы видели, каким она на меня взглядом сейчас старила. Вот. Видите, Наташа, с чем ходит сейчас у нас? Это аэропуфинг, стемпинг и Наташа ногти. Спасибо, простите, что вас отвлекла. Не наказывайте, пожалуйста. Но я просто хотела показать девочкам, как красиво будет. Ай, как больно! Не бей меня! Она меня не била, я шучу. У нее нет на это времени. Ну, поиздеваться, почему нельзя? Берем гель-краску.
разбиваем на шикарной полипанели, на шикарной руке, на чем вам удобно. Мне удобно на полипанели. Разбили. Причпокнули сюда, чтобы лишний ворс убрать. И аккуратно. Так, мы начинали со 132 номера. Вращательно-поступательными движениями напуфиваем вниз вверх, вниз вверх, вниз вверх. Наполняем цветом. И не нужен вам аэрограф, если вот белый цвет, что он замечательно ложится и так. Так, сейчас, чтобы вам было видно, нам надо создать такую дымку белесую. Очень красиво смотрится это с естественными, такими натуральными цветами. Но, девочки, сразу же нам нельзя много делать. По чуть-чуть. И в лампу. В аэропуфинке это и есть такой, как бы, эффект напыления. Потом, сейчас сделали, да? Еще чуть-чуть взяли, распуфили. У нас, кстати говоря, было дофига тут. Берем также, опять снимаем. У нас как раз подсушился чуть-чуть слой, схватился. Берем также опять. И добавляем. Он все явнее. Все насыщеннее и насыщеннее становится. Это чтобы вам видно было. Сейчас я посмотрю, что это. Все насыщеннее и насыщеннее. В итоге можно сделать, вообще выберите этот кончик. И будет очень аккуратный переход. Опять подсушили. В принципе, долго не надо. Если у вас хорошо пигментированная гель-краска, долго не надо. Взяли опять. Вот. Вот смотрите, шикарно смотрится на таком, на пастели цвет. И на нем видно прям. И черную полосочку тоже видно. Берете. Оп-оп-оп-оп-оп. Наполняете цветом. Так, можно взять, например. С другой стороны мы тоже можем взять, снять чуть-чуть. И губочкой аккуратненько, так, чтобы вам видно было. Так, видно. Так, губочкой вот так вот. Подбираем цвет дальше. Вот я так с тремя типсами сделаю. Любой дизайн быстро. Быстрый очень. Будет хорошо смотреться на таком переходе. Гель-краска, да, я первую папашу взяла, у меня ими. Так, взяли. Положили. Вот у меня она уже заканчивается. Надо найти. У меня где-то еще гель-красок. Много. Так, еще взяли. И третьим слоем я как раз опять разбили цвет. Помните, да, что у нас что-то может прилипнуть в это время. Чтобы мы это все на типсу не перенесли, прям с краской взяли вот так вот и провели по скотчу. Опять взяли типсинку. Вот у нас уже там вырисовывается такой красивый цвет. И забелили. Видите, получается, что переход очень классно смотрится. Все. Можно уже сушить. О, Экопедрос. А, Пентура. Ну, в общем, вы сами понимаете, да? Если я с английским плохо, а с испанским мне еще хуже. Так. Боже, как же тяжело с русским, да? Так, взяли. Смотрите, она... Чуть-чуть. Разогнали цвет. И низ, кончик прям сильно забафили. Все. Короче, тебе говорят, что все прекрасно у тебя. Ого! Thank you very much! Спасибо. Gracias, да? Gracias, спасибо. Gracias. Так.
и разбили также. Все, теперь самое распространенное, пока у нас просыхает, это все насыхает, досыхает. Самый распространенный момент. И что, вот так вот оставите? Нет, конечно. Берем безборстовую салфеточку и вытираем. И вытираем. Вытираем от белого, от любого цвета. Если вы темный делаете аэропуфинг, помните, что у вас губочка для темного должна быть. Если для светлого своя губочка, для темного своя. Все, мы помыли. Это даже сильно набух так все. И оставили сушиться в коробочку. Хоп-хоп, положили, оставили сушиться, радоваться. Так. Это мы делаем с вами со светлыми цветами. Красивые переходы. Мне нравится. Так, это у нас цвета пастель, цвет боди и цвет сатин. Номера 131, 100 и 132. Сейчас покажу, как они у нас смотрятся. А смотрятся они у нас потрясно вообще. Смотрите. Прям как невесомые облачки. Правда, классно? Мне очень нравится. Ой, ну то есть смотри, какая прелесть. Угу. Вообще супер. А они матовые, что ли? Нет, они не матовые. Это я липкой слой сняла. Липкой. Так. Итак. Теперь мы сделаем с вами на них инкрустацию. Совершенно потрясающую. По крайней мере, я на это рассчитываю. Берем базу. У меня база от Мистик, эко-база с вкуснейшим запахом. Не, ну действительно, запах потрясающий просто. А, и листвы леса. Я такая, с вкуснейшим запахом чего? Просто запах мне нравится, что есть какой-то, да? Так, взяли. Капельку поставили. Теперь мы сейчас подумаем, что же мы будем с вами творить, вытворять, украшать. Я думаю, что-нибудь волшебное. Какие-то конфеточки присылаю, девочки. Так, кисточку мы вот так вот помоем сейчас быстренько. В общем, из вчерашних моих покупок самый лучший оказался фотофон. А я же не выставила вам. Не выставила, не показала. Так, берем. У нас есть в продаже вот такие шикарнейшие наборы для крепления. Очень удобно. Взяли, сделали вот так вот. И поехали. Так. Помним, напоминаю, что у нас сейчас идет акция новогодняя. Девчонки, 1440 штук, всего лишь 450 рублей стразы. Очень классные. Очень-очень обалденные. Ну, давайте же с вами приступим. Что же мы хотим с вами исполнить? Так, сейчас я посмотрю. Все видно? Видно. Здравствуйте. Мы хотим что-нибудь с вами волшебное исполнить наверняка. Никак иначе. Никак иначе. Скоро, девчонки, уже скоро. К нам будет... Уже наверняка все открыли запись. К нам будет не записаться. Мы будем не спать ночами, только пилить, пилить. Пилить. А потом 1 января все выдохнем. И ляжем спать. И ляжем спать, да. Вот. О чем Натусик уже мечтает не один. Не один месяц, скажи. Нет, вот в этом месяце. Из-за того, что у нас распродажа. Очень-очень-очень много заказов, девочки. Потому что все мы любим блеск. И я в том числе. У меня все клиенты делают на Новый год блеск. Так что... Просто я другое им не делаю, вы сами понимаете. Так, где у меня мелкие бульонки? Вот у меня мелкие бульонки. Я уже хотела сказать, Натав, дай мне мелкий бульонок. А нет. Берем мелкие бульонки. У меня железные стальные бульоночки. Не стальными не советую это делать, только со стальными. Берем их... Купаем, куб делаем им в базе. Отжимаем бульоночки, отжимаем, чтобы... И ставим.
Я очень люблю такой способ крепления, как закаточка. Кстати говоря, сейчас, пока у меня нету ни базы, ни топ, ну, топом ничем не покрыт ноготь, аэрография сделана аэропуфингом на ноготке. Вот то, что мы делали сейчас, это называется аэрография. Но сделана она была не с помощью аэрографа, а с помощью аэропуфинга. Вот. Надо очень-очень аккуратненько по нему елозить, потому что любая, да, любая по ноготку, любая, хоть маленькая зацепочка, и у нас все полетит. Можно было, конечно, закрепить топом, но кто я такой, чтобы не рисковать? Риск – мое второе имя. Так. Что вы спросили, какой размер бульоночек? 0,6 бульоночки серебряные. У нас есть они в наличии. Есть же сейчас еще в наличии, Наташа? 0,6 серебро бульоночки. Есть, да. Есть, все, есть они. Просто их разбирают со скоростью света. Они не линяют, с ними ничего не происходит, безумно удобные. Так, это у нас цвет, кстати говоря, от Мистик. Сатин. Ой, сатин. Что ж я заговариваюсь? У меня сатин этот шикарный. А, сатин будет. Это пастель. Пастель. Так. На каучуковую базу от Мистик Экобаз. Так. Теперь берем. А тут я хочу немножечко яркости. Так все нежненько, так все нежненько. Хочу взять. Так. Я сама из Кыргызстана, люблю ваше творчество, стараюсь тоже делать, как вы. Тоже как я, самоучка, сам себе только делаю. А, это пур теперь, 32-й номер, это пур, девочки. Будем знать, это пур. Ну, очень классный. Вот он очень классный, девчонки. А присылайте работы, я хочу посмотреть, как вы делаете, что вы делаете. Мне очень интересно, честно, я люблю смотреть. И я хочу добавить сюда, девочки, Dark Diamond. Dark Diamond, это вообще, честно говоря, я даже не знаю, остался он у нас по акции сейчас или нет. Это просто обалдеть, какой он красавец. Посмотрите. Ну, он прям потрясный парниша. Так. Натаха, какой он красивый. Правда, да? Вообще, мы тебе следующие ногти с ним сделаем. Да можно сейчас к этому лапу на большой палец тоже отлично. А, мы ж ты. А, еще на большом нет у тебя, да. У Натусика есть стемпинг на всех ногтях, кроме большого. И вот тут мы решаем, что надо нам сделать на большом стразе. Посмотри, какой он обалденный. Он благородный. Он... Слушай, у меня почти такой же цвет. Да, но ну, не вот такой. Как раз для меня дизайн. Разработаем тебе дизайн сейчас? Вот видите, девочки? А Наташа, между прочим, до нас не носила стразы на руках. А сейчас у нас корпоративная этика. Все должны ходить в стразах. Вот так вот. Вы знаете, все должны ходить в костюмах на работу. У нас все должны ходить в стразах. Голышом, но в стразах, да. Я ничего не вижу, что там пишут. И ничего не пишут. Так. Я не могу. Такая прелесть, такая нежнятинка вообще. Хочется как-то загрубить даже. Ну, прям вообще пусечка, девочки. Очень мне Dark Diamond нравится. Он как раз, кстати говоря, тоже сейчас под блин, что-то Наташа выпал. По акции тоже 450 рублей, 1440 штук. Новогодняя акция на них сейчас. Ну, какой усечка-пусечка. Как и на кристалл, и еще на 26 миксов, девчонки. 26 миксов еще по акции. 526. Раз в год у нас такая акция бывает.
до повышения цен. Так что... Только мне не дают страз. Всем дают, а мне не дают. Для заказа пишите в директ, к вам менеджеры ответят. Менеджеры, Натусик, я, все, кто... У нас сейчас все отвечают, у нас никто теперь не сидит без дела. Я вот иногда прихожу и тихо-тихо сижу, чтобы никто не заметил, что я без дела. Вот ты спалилась. Ой! Вот ты спалилась. Ой-ой-ой, я, кажется, ляпнула что-то ненужного. Не, я вообще работаю там, они в контактике. А там вот ты где-то, интересно. Там это тут. Это тут я работаю, между прочим, в контактике. Лайки. Ты там работаешь? Нет, нет. Ну вот и все, девочки. Теперь я с вами на связи нон-стопом буду, видимо. Не, ну а чё? Менеджер-то лучше ответит, чем я. Я ж поболтать люблю, ты же знаешь. Я очень долго с людьми общаюсь. Мне людей начинают это самое. Вот теперь я неделю пообщалась в директе. Я теперь знаю, у кого какие кошечки, у кого собачки. Мы уже все добавили друг другу в друзья. Там, мы уже там это самое... Со всеми дружим. А парк еще не открываете? Нет. Добрый день. Бульонки вот эти, какая у них цена? У них цена 150 рублей. Это 0,6 миллиметров. И есть такие же 0,8 миллиметров. Они не теряют блеска, ничего с ними не становится. И они при замачивании с ними тоже ничего не становится. Все прекрасно с ними всегда. Вот такие они красивые. Так, ну что, мы, наверное, с вами наигрались с этим дизайном, да? Да, я думаю, что да уже. Ну, сейчас, ладно, уговорили, ломали. Вот-вот молодцы, а умеете, а? Уломать. Я прям не хотела ставить сюда еще одну стразинку, но придется, видимо, да? Опа. Ну, как ни крути, у меня опять звездочка получилась, да? Не, ну красиво же получилось. Ну давайте сушим, да? Сушим, девчонки. Что, пошли следующее делать? Пошли. Так, берем также каучуковую базу. Ну я была бы не я бы, Наташ. Ну, пиздец. Ну. Ладно, я в эфире. В общем, берем. Слушай, мне реально надо это самое с фейлами чисто. У меня каждый эфир что-то просто это самое на... Падает. Я не знаю, как это сказать, как-то по-русски будет слово. Что-то падает. Вот. Постоянно. Все это все знаешь из-за чего? Из-за чего? Из моих кривых рук. Карандаш вот этот вот, жизнь боль, не говорите вообще. Вот это карандаш, это ручка для крепления, очень-очень удобная. Простите, вот тут стразики у меня тут. А зато приберусь на столе, как красиво будет. Почему всегда я это самое. Вот, набор для крепления у нас есть в продаже, вот такая лодочка и вот такой вот карандашик, еще третий к нему идет. Такой шикарный. Спасибо большое. Я прикольная, да? Я, вы понимаете, я бы, может быть, с удовольствием бы не была бы прикольной. Но это у меня, видимо, так заложено природой быть прикольной. Вот. Так. Тихо, аккуратненько ставим. И закрываем крышки. Вот вы знаете, надо закрывать крышки всегда. Вот, я взяла и закрыла крышечку, все. А что это такое? Это я, Нет, у меня там попало какое-то... Фу. Стразинка попала. Да.
Ужасный звук. Так, тут что мы будем делать? А, про ручку, да, ручка прикольная. А я на себя приняла, что это я прикольная. Ну, мне сказали, что я точно ничего я вообще буду. Так, Наташа, дай мне звездочку, пожалуйста. Ну, будь так любезна. Я знаю. Я плохой человек. Так, берем с вами. Тебе какую звездочку? Маленькую хочу звездочку. Кристалл добрый. Кристалл. Берем. Возьмем с вами. А кригерчика чуть-чуть. Вот такую хочу звездочку. Вот такую хочу звездочку. Звездочку. Дай звездочку. Спасибо. Так. Берем. О, пигменты. А вы заметили, что у меня нету с пигментами дизайнов? А догадайте, почему? У меня больше нет пигментов. Я не шучу. Мне их выдадут потом, наверное. У меня будут с пигментами дизайны. А пока у меня их нет, потому что я их уже просыпала. Вот. Так, взяли каучуковую базу и акригель. И замешали. Я его просто чуть-чуть разбавляю, девчонки. Потому что мне, ну, как бы не нравится то, что он такой, это самое. Можно взять каучуковую базу и акриловую пудру. И будет то же самое. Так, берем. Хочу в центр. Хочу в центр красивую звездочку. Взяла. Взяла звездочку красивую. Опа. Положила. Так. Теперь мне нужна просто каучуковая база. А, ну понятно, знаете, что он мне... Вон у меня тут наложено дофига страз просто. Они попали туда, и это все скрипит. Давайте, уходите. Уходите, и вот стразы. Ой, эти везунчика. И звук. Так, берем каучуковую базу теперь только. И делаем контур. Это самый мой любимый, самый легкий дизайн за 5 минут клиенту за 350 рублей. Взяли. Раз. Взяли. Какая у нас новогодняя тематика? Естественно, у нас будет кристалл, да? Ну, скажите, наверняка же будет кристалл, да? У нас его много у всех. Всегда он есть. Взяли, кристальчик положили. Чем мы разбавим кристалл, а? Чем нам хочется разбавить кристалл? Тем, чем я сейчас переверну все остальное. Я хочу разбавить Джонквиллом. 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 Уиллом. Он Уилл, а не Куилл. Джонквилл. Тоже, кстати говоря, сейчас идет по акции. Здравствуйте, здравствуйте. Тоже сейчас идет, кстати говоря, по акции. 1440 штучек. 450 рублей, девочки. Берем и вот просто вот так вот хлоп-хлоп-хлоп их. Хлоп-хлоп-хлоп. Красиво, да, переливается? А мы хлоп-хлоп-хлоп. Не наблюдаем, как переливаются, просто хлопаем. Так, сюда. И сюда. Вообще, ну, самый легкий дизайн, девочки. Новогодний, красивый, яркий. Но это же не все. Вы же прекрасно знаете, что я же так не отстану от бедного дизайна. Так. Ну, так вот чуть-чуть мы добавили, да? А теперь вот так вот, девочки, не оставляйте никогда. Почему? Потому что во все промежуточки, которые у нас есть, будет попадать грязька. И все у нас, как это цивилизованно сказать по-русски? Цивилизованно будет по-русски плохо ноготочек. Очень плохо ноготочек. Берем во все промежутки,
в какие-то, какие нашли, большие. Я хочу украсить такими, как говорит одна моя клиентка, бомбошками. Бомбошки — это у нас бульонки. Также искупали, отжали у кого-нибудь что-нибудь и добавили в какие хотите места. Вот. Положили. На этом не закончили. Спасибо за шикардос. Вот. Так. И взяли. У нас есть микроконусы. Они должны быть у всех. Не, ну честно. Это, ну, очень круто, когда они есть. Взяли. Здравствуйте, здравствуйте. И поставили. Опа. Попочку прям умакнули. Взяли. А у нас тут уже есть, кстати говоря, хорошо, много. Во все промежуточки, девочки, во все промежуточки. И чем крепче. Нету микроконусов, не страшно. Берем, значит, что? Берем, значит, бульонки. И во все-все промежуточки. Чтобы у нас ничего ни в коем случае... Так. Все хорошо, чтобы держалось. Так, я хочу, чтобы вам было видно. Мы не оставляем промежутки вот так вот. Когда меня девочки спрашивают, говорят, а вы снимаете липкий слой с базы, на который ставите? Нет, не снимаю. И топом я не промазываю. У меня нет промежутков между стразами, девочки. И тогда эта инкрустация продержится очень-очень долго. И снимать вы ее будете щипчиками. И отрастет она очень-очень тяжело. Почему? Потому что нету промежутка. Все. Вот тут мне не хватает страз. Представьте, у меня и не хватает страз, а? Бывает такое. И одну масенькую сюда, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Ага. Вот так вот. Шикарно. Все. Вот теперь. Здравствуйте. Теперь можно это все сушить. Все закреплено, видите, без единого гвоздя, как говорится. Все закреплено на базу мистик. Поставлено. Ничего никуда не уползло. И я еще не сушила. Это что за муха такая у нас? Ты откуда взялась, друг? Так, сушим. Ну что, успеваем сделать третий дизайн? А? Что вы считаете, девочки? Я думаю, что да. Берем каучуковую базу двумя руками. Это у меня теперь будет в мастер-классе для Ксюши. Такая памятка. Берем каучуковую базу двумя руками, Ксюша. Двумя, да? Так, берем. И я хочу вот здесь вот. Вот здесь вот, посерединочка хочу. Что-нибудь тоже нежненькое замусолить такое, да? Что нам такое нежное, девочки, сделать, а? А что у нас есть нежнее, нежного? Это у нас голография, которую у меня на столе нету. Ну ладно, нет времени. Сушу один раз, да, после того, как сделала всю инкрустацию. Ну нет у меня ее, где она может быть-то? Ладно, фиг бы с ней. Возьмем. О, красава. Вот это красивая. Что-то я вспомнила, Наташ. Красава. Вот теперь сороку тащит. Нет, вот теперь вот так вот. Вот так вот тащит точно. Так, пусть они тут поваляются. Мы быстренько с вами. Быстренько. У нас пока есть время. На цвете сатин сделаем. Какую-нибудь красоту, да, девочки? Ой, мне так нравится. Я бы так оставила, честно. Вот честно, Ксюша такая, да, это самое, люблю минимализм, да? И все мне так не поверили. Почему бы это? Вот у меня сейчас надо быстро, надо меньше говорить, надо быстрее делать.
потому что хочу сделать 3 дизайна. С вами доделать их, да? Может, сорока, может. Скажем дружно, не унесет. Потому что меня точно не унесет. Потому что у меня ногти прикреплены к очень весовому телу. Я оставить? Да нет, конечно. Это я так смеялась. Конечно, нет, что вы. Зачем? Зачем мне такую красоту портить? Оставлять еще. Все? Вот Натусика наверняка могла бы унести сорока, да, Натусь? Она маленькая. И худенькая. А меня она никуда не несет. Там нужна стая сорок. Большая такая. Хорошая стая. Так. Угу. Берем бульоночки. Замочили. Пусть они пока у нас тут посидят. Тут вот так оставить. Уху. Шутница, девочки. Угу. Чтобы все не плавало, надо делать аккурат под одну, две стразинки наливать базу. Иначе у вас будет все плыть и кататься. А этому никто не любит. И это никто не хочет, чтобы это у них было. Да? Да. Так, берем бедную несчастную кисточку, отжимаем бульонки. Бедная, она несчастная, что-то ее прикосила, мальца. Ничего страшного. Так. Это Наташа радостно увидела. Ой, блин, это, видимо, что-то случилось хорошее, да, доброе. Обычно так же люди радуются, да? Так. И чуть-чуть я вам отдалю. Ой, блин, да, Наташа? Вот так. Сюда. Сюда. Ой, какая мака получается, а, девочки. Вот смотрите, быстро же, легко. Мы с вами сделали, получается, за 45 минут 3 дизайна. Если бы я не болтала, можно было сделать быстрее. Но тогда бы была бы я не я. Представляете, такой весь эфир, и я такая, знаете, такая, здравствуйте. И дальше просто тупо делаю, бомблю дизайны. Мне задают вопросы, я такая, нет, девочки, скорость. Поэтому давайте лучше будем делать молча дизайны. Это, конечно, было бы идеально, но не я была бы. Наталья Павловна нас так может, да, Натусик? Вот вы знаете, она, между прочим, сидит сейчас и мне не отвечает. Вы думаете, она слышит, что я говорю? Нет, она работает, когда она не слышит. Хотя она это просто мне так сказала, чтобы я поверила в это. Я поверила. На самом деле, она просто не хочет разговаривать. Я выхожу в трансляции, чтобы с кем-то поговорить. Да, Наташ? Там опять жалуешься. Она говорит, что ты опять жалуешься? Что ты все время жалуешься? Вот так вот у нее. Говорит, ты опять жалуешься? Вот так вот. Я не жалуюсь, я рассказываю людям, что ты меня бьешь. Не пускаешь домой. Не кормишь вкусными макаронами. Кормишь. Вкусные. Знаешь, что я такая сильно добрая, Наташа? Я поела. Так, меня накормили. А когда мы будем открывать магазин с колбаской? Это у нас уже есть магазин корейской косметики, магазин ногтевых товаров. Я хочу... Магазин еды мы не будем открывать. Мы не будем открывать магазин с колбаской? Пожалуйста. Еды не надо, магазин... Этап уже пройден, да, уже был, да? Ну, магазин... На них поправляешься. Не-не-не, ты не будешь поправляться. Я буду есть. Мне нельзя есть вот так. Если колбаска, там еще пельмени придется. Ой, пельмени, я согласна. Как сходили на курс, я обязательно. Сегодня не успеваю, завтра запишу вам видео.
о том, как я сходила на курс, девочки, это потрясающе, вам могу сказать. Это просто шикарно. Целый день ты просто вот вообще не сидишь на работе в Жулебино. И тебя кормят, девочки, да, на курсе даже кормили. Я понимаю, что это не особенность курса, да, вот вы скажете. А вот, между прочим, для людей, которые любят пожрать, они вот, между прочим, очень сильно это самое. И тебя покормили, и тебе все объяснили, и тебе все рассказали. И я, честно говоря, не хотела оттуда уходить. Но пришла Наташа и забрала меня за шиворот, сказала, надо идти. Шучу. Мне позвонили коты и сказали, Матя, а ты кушать нам дашь сегодня? Привет, все у вас як... Украина? Да, Украина, я в украинском не бачу, честное слово. Ну, почему нас светятся, наверное, стразики? Потому что это самые лучшие стразы на острове. Так, сушим, девочки. Спасибо давай, большое. Хорошо, это самые лучшие. Знаете, как на этих самых на сетевых маркетингах? Здравствуйте, Петр. Да, 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 да. Потому что мы самые крутые. Потому что у нас самый лучший товар. Как там еще? Да, еда это вообще. Спасибо большое. Итак, мы сделали с вами уже 3 дизайна. Что нам надо теперь сделать, чтобы покрыть? Покрываем. Мы все знаем, как, да? Но давайте напомним. Ну и не оставлять же нам без покрытия. Так, нам нужен топ. Чуть я хватанула базу. У меня эластик топ от Мистик. Ни разу меня не подводил. Мне он очень нравится. Берем хорошую каплю. Почему я говорю хорошую каплю? Потому что плохую не надо. Ну, потому что оно должно быть побольше. Потому что у нас идет аэропуфинг. Чтобы он у нас никуда не делся. А я всегда вставляю в ленту. Всегда выставляю в ленту после эфира. Всегда, всегда обязательно выставлю. Смотрите, как нежно мы с вами сделали. Девочки, смотрю, просто вообще горжусь нами. И что-то какая-то волосня пупырчатая. Откуда ты взялась, волосня? Так, уходи. О, уходи, все, ушла. Так, еще капелька. Наташа там орёт. Джонни, ой, на-на-на. Это песня, кстати говоря. Это хорошая песня. Это я мужчине с вами все говорю. А, да, у тебя же там мужчина с сигарой. Он говорит, что чего желает женщина, того желает Бог. Да, чего желает женщина, того желает Бог. Правильно. Все мужчины об этом знают, Наташа. Да. Но не всегда делают. Я тебе расскажу об этом. Итак, зачем я перевернула? Кто знает, кто нам скажет? Ксюша. Нам скажет Ксюша. Блин. Нам скажет Ксюша. Здравствуйте. Почему я перевернула? А перевернула я потому, чтобы у нас все собралось в аккуратненькую, красивую капельку, девочки. Капельку. Вот, в аккуратную, красивую. О, уже темно-темно, девочки. У меня за окном уже темно-темно. А сколько сейчас времени-то? А времени-то мало еще. Ну, так вот. Здравим. Здравим, это здравствуйте. Это я понимаю, здравим. Вы знаете, наверное, я в свободное... Завтра приду на работу вообще. Буду залазить на всякие иностранные эти самые и писать им по-русски. Главное, не напорный сайт. А почему здесь напор... А я что, когда-то залазила? Нет. Не с рабочего телефона. Что, упаси Господь, зачем же так? Ну вот, берем. Вот, буду писать «Здравствуйте». Мне интересно, вот как вот я сейчас же пытаюсь как-то ответить, да? Мне интересно, будут же отвечать мне что-нибудь? Просто, ну, или нет? Или никто? Учиться у них отвечать? Ну да. Чао, у Пети пишет. Чао. Адиос. Адиос.
Амигос. Амигос, это же хорошо, ничего плохого. Это друг. О, амигос, чао. Так. Ну. Девочки, ну прям агония. Огонище. Мы с вами сделали сегодня 3 дизайна. Очень-очень быстрых и очень-очень классных, девочки. Сделали с вами выкрасочку потрясающих гель-лаков от Mystique. Вот. И сушим. Переворачиваем и сушим. Вот так вот. Так что... Вот. Смотрите, я попала типсы на один дизайн. У меня тут не засушилось. Ну ничего, я как-нибудь исправлю. Еще вот такую красоту. Аэропуффингом мы делали аэрографию. Сейчас еще один дизайн подоспеет, подсохнувший. Ну вот оно. Вот. Тут цвета сатин, боди и 132 номер пу. Так что вот такую красоту мы с вами сделали. Жду вас всех на эфирах. Спасибо вам большое за сердечки, девочки. Спасибо за хороший вечер. Всем спасибо и до встречи!